К нам на канал поступает много писем с просьбой рассказать два слова о последнем муже Роми Шнайдер. С удовольствием выполняем просьбу наших подписчиков. Знакомьтесь, Даниэль Бьязини, последний муж Роми Шнайдер, который до сих пор жив. Он папа единственной дочери Роми, Сары, о которой мы уже рассказывали. Даниэль и Роми поженились в Западном Берлине в 78-м, сразу после развода Роми со своим первым супругом, немцем Гарри Мейеном, свою семью с которым Роми уничтожила постыдной свиданкой с Делоном в бассейне. Любопытно, что Даниэль на 11 лет младше Роми и до брака с ней был ее секретарем. Но всего через пару лет Роми развелась и с ним, буквально в канун гибели своего сына Давида.